Всем привет! Сегодня у нас очень важное и актуальное видео. Приехав в Польшу, вам не обязательно работать в этой стране. Однако польская рабочая виза откроет вам огромные возможности даже в текущей мировой ситуации. Реально ли устроиться на работу с этой визой, например, в Германию? Европейские государства лояльно относятся к людям, мигрирующим из восточных государств. Работа в других странах по польской визе вполне реальна. Трудоустройство по визовым документам Польши в Германию, Норвегию, Чехию, Эстонию и в другие страны ЕС доступны для работников компаний, имеющих филиалы в других государствах. Также связаны договором на оказание услуг в разных отраслях. Это может быть строительство, производство, нефтянка, рыбный промысел и многое другое. Для этого вам потребуется виза Вандер Эльста или Вандер Элст виза – документ, придуманный специально для трудовых мигрантов не из стран Европейского Союза. Как и где получить эту визу? Оформлением Вандер Элст виза в Польше занимаются консульские отделы посольств европейских государств. Например, Германия выдает сотрудникам визу такого рода только через консульский отдел, расположенный в Варшаве. Обращения обрабатываются в порядке очереди, а документы принимаются только от непосредственных работников или их законных представителей. Первым делом специалист должен позаботиться о наличии таких документов. Загранпаспорт гражданина. Действительный 6 и больше месяцев. Документ, на основе которого работник прибывает и ведет трудовую деятельность на территории Польши. Национальная виза D05, воеводская виза или карта по быту. Фотография заявителя для оформления визы Вандер Элст. Трудовой договор сотрудника с польским работодателем. Договор между польским работодателем и компанией, в которую сотрудник хочет устроиться, если миграция происходит в рамках одного юридического лица из одного филиала в другой, документ в консульство предъявлять не требуется. Заявление работодателя о направлении на работу. Страховка А1 плюс карта ЕКУЗ. Заявление на получение визы на основе польских документов. Бланк можно скачать на сайте посольства или взять лично в консульском отделе страны ЕС в Польше. Вот так ваши земляки из Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран СНГ используют Польшу для работы в других странах. И это легально. А вы знали об этом? Напишите в комментариях, в какую страну вы бы хотели поехать из Польши.